Добрый день, с вами Дивная Лока. И вот у нас сегодня маракуйя. Посмотрим, как растет и плодоносит. Вот сегодня у нас начало лета, по-моему, 2 число, 2 июня. Вот так вот уже много-много плодов завязало. Уже активно-активно плодоносит. Даже вот почти незаметно, когда она цветет, очень быстро-быстро все происходит. Не требует опыления. И вот огромное-огромное количество плодов. Вот прям грозди. Грозди. Куда ни пойдем, вот везде, везде плоды маракуйи. Еще сколько их внутри, если вот так вот развернуть, раскрыть, поднять ветки. Тут очень большое количество плодов еще спрятано в кроне этого растения. Вот замечательное растение. Одного растения, я скажу, очень даже вполне достаточно, чтобы собирать хороший урожай. Вот так вот посмотрим. Вот такой вот кустик. Это всего лишь одно растение. Всего второй год. Эта лиана очень быстро разрастается. Уже в первый год она способна вам дать урожай. Если посадить ее весной, уже осенью вы можете попробовать первые свои плоды. Вот так вот. Если раскрыть здесь веточки. Очень урожайная культура. Прям невероятно. Даже не верится. Вот такое замечательное растение. Всем доброго дня!